очень люблю Японию, постоянно езжу туда, я уже детей к Японии привлек. Поэтому мне дорого все, что связано с Японией. Очень впечатлила картинка и то, что ход с аниме как раз с рисовкой, ну просто вообще какой-то ноу-хау, мне очень понравилось. Боевик, который держит, не отпускает, в общем, буду смотреть. И Тарантино, и Люк Бессон были бы рады. Это в лучших традициях, как вот большого кино. Мне очень понравилось. Прекрасный актерский ансамбль. Я смотрел на одном дыхании. Я буду ждать весь сезон. Мне безумно понравилось. Я так редко говорю. Супер. Интересный формат. Мне очень нравятся цвета, костюмы. Это про нас, про русских, про нашу мощь, силу духа. Класс. Да, ну вот посмотрели на одном дыхании. Я сначала подумал, что это на хромакее снимают Японию, а они реально ездили снимать в Японию. Интересно затягивает. Если честно, удивлен, потому что очень, мне кажется, необычный какой-то жанр. Я такого в отечественном кинематографе пока что не наблюдал. Очень динамично, драйвово, весело, с настроением, атмосферно очень. Даже премьера, если честно, очень атмосферно проходит. Мне безумно понравился сериал, эстетика. Я думаю, что дальше сюжет будет только развиваться и развиваться. Мы ждем невероятного чего-то.